Не отпускает ни на шаг, словно снова боится оказаться в одиночестве. Как это случилось 1,5 года назад. Тогда кинолог Веста погиб, и бывший служебный пес остался доживать свой век без должного ухода и внимания. Перед обаянием Веста устоять сложно, а между прочим, пес более чем серьезный. Ему 8 лет, он натаскан на поиск взрывчатых веществ, имеет боевой опыт на Северном Кавказе. Победитель собачьего многоборья, рекордсмен по ползанью. Это все про Веста. Бежать. Вест ко мне. Бежать. Бежать. Молодец. 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 Лес, поводок, любящий хозяин. Теперь его утро снова начинается с длительных прогулок. Когда два пенсионера гуляют, каждый накапливает силы и здоровье. Да, Вест? Да? В пятницу позвонили, в субботу пес уже был дома. Забирать поехали всей большой семьей. Даже внучка Георгия не осталась ждать дома. Любовь к братьям меньшим ей прививает мама Алена. Вест появился в семье по ее инициативе. Впрочем, как и большинство животных. В разное время здесь жили 9 собак и не меньше кошек. Помогать другим – это не подвиг, говорит журналист. Это мое эгоистическое желание. То есть это нет никакого там, что вот я альтруист. Это мне выгодно, чтобы... У меня слишком много хорошо, надо раздать. Если я не раздам, то может плохо закончиться. А когда раздаешь, возвращается еще больше хорошо. По совету кинолога, жить Вест будет в вольере на улице. И псу просторно, и участок под надежной защитой. Также специалист рекомендовал не забывать, собака – это инструмент, которому не стоит приписывать человеческие качества. И это, пожалуй, самое сложное. Ведь для каждого любящего хозяина питомец – прежде всего верный друг. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».